Читаю стихотворение Вадима Егорова, «Новогодний тост» называется. Он прочитал его на вечере памяти Юрия Висбора. Конечно, смыслово оно как новогодний тост, но я не к тому, что сегодня 31 июля, не успеешь оглянуться, и Новый год будет. Ну, в принципе, немножко так. Он его и читал, как от имени Юрия Висбора, посыл просто такой, с добрыми пожеланиями. Неважно, новогодний, новогодний. Итак, новогодний тост Вадима Егорова. Пока касаются подошвы земли и теплится душа, давайте жить и жить подольше, и этим воздухом дышать. Давайте в лапе запотелой перо сжимать, и молоток, и пиво пить, и дело делать, и женщин брать под локоток, бежать от немощи и хвори, кутить до самого утра, и запах новогодней хвои вдыхать до самого нутра. Нам будет Дед Мороз на вате кивать румяной головой. Он не взаправдошний, давайте поверим в то, что он живой. Таланты, бездари, растяпы, пока вокруг зима сама, давайте до утра хотя бы сойдем с ума, сойдем с ума. Бокалы осуши и дрызни, безумствовать, мужать, дружить. Давайте жить, давайте жить. Все остальное — мелочь жизни. Давайте.